Спортивно-оздоровительное направление, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, художественная самодеятельность. Отделение дневного пребывания для пожилых Центра соцобслуживания Первомайского района приглашает пенсионеров в кружки и клубы по интересам. Занятия проводят 4 сотрудников и множество волонтеров. Всего в списке порядка 20 объединений. Творческие, спортивные, интеллектуальные. Отделение находится по адресу 50 лет ВЛКСМ 16. Контактный телефон на экране. Поддерживать физическую форму, развивать мышление, творческие способности – осваивать современные гаджеты, скандинавская ходьба, настольный теннис. Ну и для любителей шахмат и шашек существует клуб «Ладья». Очень много людей посещает такой клуб «Дачник».